В ремонт украинских дорог около 100 миллионов долларов вложат китайцы. Договор об этом подписали сегодня с одной из компаний Поднебесной. Деньги пойдут на ремонт дороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. Большая часть средств будет направлена на капитальную реконструкцию участков трассы Киев-Харьков-Должанский. В Укравтодоре обещают строго контролировать качество работ, проводимых китайцами. В свою очередь, глава Мининфраструктуры заявил об успешном ходе переговоров со Всемирным банком о строительстве автобана от венгерской границы до Львова через Карпаты. Це буде основною артерією для українських товарів Європейський Союз, але окрім того, забезпечить стале сполучення Закарпаття з іншими регіонами України. Якщо сьогодні дорога М6 з Мукачева до Львова проходить через складний гірський рельєф, проїзд забирає близько 3,5-4 годин, то новий автобан скоротить час дорозі до 2 годин.